Queridos amigos, todas las series y películas en este canal están en su idioma original, ruso. Para activar los subtítulos en español, por favor, sigan estos sencillos pasos. En la esquina inferior derecha, hagan clic en Configuración. Seleccionen Subtítulos, elijan el idioma. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse a este canal. ¡Que disfruten del cine ruso! Дим, что мы тут делаем? Здесь, наверное, жутко дорого. Объясни, пожалуйста. Здесь не наверное, здесь очень дорого, я тебе хочу сказать. Нет, здесь, конечно, очень здорово, но как-то холодно. А так? Ничего. Так еще лучше. Лучше. Как здорово. Так. Димка, скажи, пожалуйста, откуда у простого программиста деньги на такое дорогое шампанское? Во-первых, я не простой программист, а талантливый. Да, чего скрывать? Гениальный программист. Даже гениальный? Гениальный. Да, и почему же это гениальный программист не может побаловать свою жену? Почему не может? Может. За нас. За нас. Это что, такое шампанское, как на моем дне рождения? Дима, оно очень дорогое. Да-да. У нас за квартиру не заплачено. Ну-ка, давай рассказывай, что за повод. Да много поводов. Вагоны, маленькая тележка поводов. Так. Короче. Во-первых, я тебе говорю, что я у тебя гениальный программист. Вроде бы говорил. Так вот, сегодня я закончил то, над чем так долго работал. Операционную систему. Так. Так что деньги сегодня считать не нужно. Их мы будем считать завтра. Тем более в больших количествах. Потому что Артем завтра продаст ее дядькам с большими деньгами. Тебя поздравляю. Ты моя умничка. Я знала, что нужно выходить замуж за хорошего парня. Я думаю, девушкам нравятся плохие парни. Ну, много ты знаешь. Да? А во-вторых? Все во-вторых. Ну, во-первых, ты закончил работу, а во-вторых? Во-вторых, в-третьих, миллион миллиардных. Я люблю тебя. Я тебя тоже люблю. Знаешь, что я сейчас хочу больше всего на свете? Шампанское? Дурак, нет. Я хочу, чтобы этот день никогда не заканчивался. Завтра будет еще лучше. Точно? Точно. И, наконец, о самом главном. Наша операционка занимает микроскопический объем памяти. Установить Абия может куда угодно любой желающий мгновенно. Я надеюсь, моя презентация донесла до вас весь потенциал нашей операционной системы. Я правильно понимаю, что кроме основной есть мобильные версии, версии для смартфонов, ну и так далее? Нет, одна и та же версия для любой аппаратной части. Она универсальна, компактна. Она прямо и обратно совместима со всем имеющимся софтом и железом. Неуязвима для вирусов, она сама, как вирус. Это уникальный продукт, который буквально за несколько лет сделает нас с вами одними из самых богатых людей в мире. Я уже всему кредитному отделу мозг вынес по поводу отсрочки. Хреново, значит, вынес. Если они нас пытаются до сих пор обанкротить. Это я виноват, что у нас денег нет? Это Димка с разработкой программы затянул. Давай так. У тебя свои головники. У Димона свои. Ты юрист, давай разруливай. Вообще, чего мы сюда приехали? Чего мы встречались в переговорах, правильно? Ну вот, и обязательно с победой, так что бабки будут, не парься. Но я надеюсь, вы понимаете, что сейчас ваша система ничего не стоит. А почему вы так думаете? Да потому что о ней никто не знает. А у вас, как у разработчика, нет денег на ее продвижение. Так что не стоит переоценивать ее потенциал и обещать нам золотые горы. Ну, я надеюсь, вы тоже понимаете, что деньги не только у вас есть. Абия уникальна. Единственно в своем роде.
Что же касается распространения, то я думаю, здесь проблем не будет. Потому что это можно сделать вот так. Я же говорю, наша система сама как вирус. Впечатляет. Ну что ж, пожалуй, такие светлые головы, как ваша, и правда стоит держать в своей команде. Я всего лишь директор компании. Кстати, разработчик мой брат, так что вы фактически платите за его гениальную голову. Ну тогда нам есть что предложить за голову вашего брата. Тихо, тихо, он не заряжен. Пока. Я тебя включаю, тупо. Я с тебя уровень слил сейчас. За что ты, малой? Да. Ты должен надо пересылкой с сотками торчать, а не чертей по экрану гонять. Из-за тебя, мой дорогой, с глубокой... Привет, Пашечка. Здравствуй, Варечка. Давай, арбайтинг. Давай. Между прочим, я сегодня доделал второй том системы. Вот, зацените. Неужели? Что это за аби? Аби – это древнерусское слово, означающее «тотчас, сразу же», так как наша операционка – быстрая и мобильная. Mm-hmm. Слушай, мне нравится. Красиво звучит и со смыслом. Я бы назвал войни. Типа, бери это, убери конкурента. Супер. Пойдем покажу, как эта штуковина работает. Да сейчас я это делаю. Да пойдем, пойдем. Слушай, чего, на хакера твою надежды никакой. Пойдем. Возьми стул покрепче, хвати его. Давай второй рукой. Знаешь, как наш бригадир учился стрелять? Ну, как? Он говорил, если хочешь попасть на ГНК, возьми покрепче ствол. Вот еще. Да, вот этой рукой. Ага. Прицелься. Указательный пальчик. Вот, да. Отлично. Ложки пошире. И вот это немножко назад. Вот, чтобы был упор против отдачи. Давай. Это тебя так бригадир учил? Что? Бригадир так учил? Да, техника преподавания, конечно, его немного превзошел. Готово? Угу. Шмаляй, давай, давай, давай. Отлично. Больно. Давай еще разок. Дим, оторвись от экрана, а тут жену уведут. Да расслабься, жена друга – это святое. Ну что, братиш, не томи, продал? А? Хотя бы миллион дали? Дали. Даже полтора дали. Отлично. Только вот я не продал. Тем, ты что, гонишь? Ну, они предлагали 1,5 миллиона за все на корню. А нас, получается, за борт. Я и отказал. Но у нас кредиты, Тем. Кредиты? Да мне машину заправлять нечем. Блин, ну нафига я с работы уволился? Сидел бы сейчас до сих пор в консалтинге, как у Христа за пазухой. Артем, я, конечно, в вашем деле не спец, но деньги хорошие. Готовая система стоит не 1,5 миллиона, а 1,5 миллиарда, как минимум. Заказы будут, надо просто подождать. Артем, мы квартиру заложили ради этого проекта. Дима. Да нас выселят. Да никто вас не выселит. Ну, в крайнем случае, поживете месяц, второй у меня. Разберемся. Правда? Ты просто всех кинул, вот и все. У нас такой умный, сам разбирайся. Держи. Давай. Варя, пойдем? Дима. Где я квартиру сложил? Мне тоже у тебя пожить? Здорово, Паш.
Здорово, пацаны. Здорово. Как вы тут? Все работаешь, да? Ну и как оно? Дела идут, бабки капают? Да никак пока. Новое сообщение. От Кулик. Читать. Ты принял окончательное решение. О, А, Б. Советую хорошенько подумать перед ответом. Паша, Паша, ты себя со стороны слышишь? Помнишь коммерса того лысого, которого мы крышевали? Тоже, мол, денег нет, работа не идет. А ты ему разок с ноги заехал, он тут же деньги нашел. Ты на что намекаешь? Ты с кем меня сравниваешь, а? Да ты, Паш, не пыли. Ты сам в коммерсы подался. Тебя из банды никто не гнал. Денег у нас взял, процент обещал сам. Так что ты понимаешь, за базар отвечать надо. Я за него всегда отвечал. Сказал, буду. Новые технологии, большие бабки. Поэтому потерпите, не развалитесь, а? Ну что я тебе буду объяснять элементарные вещи? Ребята реально могут остаться без жилья. Могут, только не я это все заварил. Я заварил, но я уверен в своей правоте. Да. Мы на финишной прямой. Мы одна команда. И мы все зависим друг от друга. И Паша, и Дима сейчас зависят от тебя. Но ты же классный юрист. Матвей. Ключевое слово – команда. А ты сегодня принял решение единолично. Погоди, Матвей. У нас проблема. Ты можешь сейчас подъехать? Я сейчас за 100 километров от Питера, у родителей на даче. А что-то случилось? Несанкционированное проникновение. Ладно, я в офис. Давай позже договорим. Слышь, а может, к нам вернешься? Работы хватает. С деньгами решим. Да не, ребят, давайте без меня, а? Да. Чего у тебя еще? Кто-то проник в систему. Мне пришло сообщение. Проник? В офис? Подожди, мне тоже пришло. Надо звонить в полицию. Уже, может, от Димы или Матвея? Да включи ты голову. У Димы есть доступ. А с Матвеем я разговаривал как раз, когда пришла смс-ка. Ладно, еду. Давай, я тоже на подходе. Димке сейчас позвоню. Давай. Проблема? Я же сказал, по бабкам уже все заряжено. Все, ребят. Ладно, ты только давай сам звони, чтоб мы тебя не искали. Дима. Извини, но кто-то решил нас обойти. Чего случилось? Кто-то пытался проникнуть в систему. Мне пришло сообщение о взломе. Именно сегодня. Дима, я не верю в совпадение. Что такое случилось? Не Артема Валерьевича. Вы помните, как стреляли в брата? Нет. Зачем мне его убивать? Это мой брат. Ты ведь не мог этого сделать. Не мог. Когда родители Артема и Димы погибли в аварии, я взял детей брата к себе. Ребята жили душа в душу. Накануне убийства между потерпевшим и подсудимым имел место серьезный конфликт на финансовой почве. Артем нашел покупателя на демо-версию, потом наш офис разгромил. Дима просто решил сам все продать. Был уничтожен сервер с перспективной программой. Эту систему придумал он. Наша компания в больших долгах. На незарегистрированном пистолете были обнаружены отпечатки пальцев всего одного человека. Воронкова Дмитрия Валерьевича. Простите, я не могу. Признается виновным в совершении умышленного убийства Воронкова Артема Валерьевича. Thank you.
Тихо, следы оставишь. Рыпнешься, убью, не дрогну. Слушай меня внимательно. Вопросом на вопрос не отвечай, понял? Понял. Где флешка? Какая флешка? Ты глухой, а? Не понял? Попробуем еще раз. Я вопрос повторять не буду. Мне нужно знать, куда ты дел флешку с этой, как она называется? Да забыл, не помню. Алиби, бытие, не знаю. Обе. Молодец. Короче, колись, где она? Я клянусь, я не помню, где она. Правда? Ты ничего не гони. Ты скажешь, сегодня мы завтра придем, послезавтра. И так до тех пор, пока тебя не осенит. Отсюда вот увидишь. А это бесполезно. Не важно, что ты сделал. Главное, чтобы ты был на свободе. А ты думаешь, что это сделал я, да? Нет, не думаю. Я просто должен вспомнить, понимаешь? Просто должен вспомнить. Я каждый день пытаюсь вспомнить, перекручиваю себя в голове. И иногда мне кажется, что это я убил Артема. Это сводит меня с ума. Мне надо просто вспомнить. Ты вспомнишь только. Сейчас это не самое главное. Что может быть важнее сейчас? Я беременна. Срок 15 недель. Чего? Димочка, я очень боюсь. Пожалуйста, давай что-нибудь придумаем. Ты знаешь, где флешка? Все о ней говорят. Зачем тебе флешка? У нас будут деньги, мы наймем адвоката, мы подкупим судью, но мы тебя вытащим отсюда. Это тебя Паша втирает? При чем тут Паша? Я не хочу рожать одна. Я не хочу растить одна. Ты мне нужен. Солнышко моя, я очень сильно тебя люблю. Паше нельзя доверять. Ему нужна только флешка. Он ее не получит никогда. Что же нам делать? Не знаю. Артем знал бы, а я вот не знаю. Я знаю, что я очень тебя люблю. Очень сильно. Димочка, милый мой. Все, свидание окончено. Давай на выход. Вань. Вань. Что он тебе сказал? Ты бы лучше подумал, как его вытащить оттуда. А он обо мне подумал? Или, может, о тебе? Или об Артеме? Он подумал? Он точно не виноват. А может, это я Тему завалил? И в себя до кучи стрелял? А теперь долги его разгребаю. Может, это я? Поехали. Поехали! От кого сгниешь в одиночке, понял?
ты им то, что они хотят. Они от тебя отстанут, а ты здоровее будешь. Не могу, я и не помню. Здесь у Жоржа люди настойчивые. У Жоржа? Пахан местный. Вся зона под ним. Послушайте, а вы не знаете, что это такое? А с какой целью мы интересуемся? Он нашел, вот интересно стало. Будь здесь женская зона, я бы насторожился, а так... Окситоцин роды стимулирует. Ну, или вызывает преждевременно, если большую дозу принять. Зайчики так выкидыш делают. Свободен. Жорж, эта сявка базарит, что даст расслаб только тебе. Совсем оборзел. Жизнь, брат, такая штука. Если ты не хочешь ее, она не хочет тебя. Где флешка? Я хочу сделать вам выгодное предложение. Ты мне. Я найду флешку, продам ее. Прибыль пополам. Тебе и мне. Сколько стоит твоя флешка? Пока 1,5 миллиона долларов. Ну, как только дело закончу, будет дороже. Мне нравятся цифры с нулями. И ради чего ты делаешь такие предложения? Мне нужно бежать. Ну, раз так приспичило, беги. Закончишь дело, не закончишь, мне плевать. В любом случае мне отдашь лимон. А кинешь, мои ребята тебя и на воле найдут. Транспорт у нас по расписанию уходит. С утра с зоны, вечером обратно. А к нам на постоянку, простите, не знаю, имени, отчества. Капитан Маркин. Можно капитан, можно просто Маркин. А это за что сидит? Самому в чужие дела. Ясно. За пару командирики вас выпустят. Охранник все знает. Морду ему начистишь для виду, там бросишь. Сам за руль и дуй до заброшенной военной базы. Там кое-какие продукты заготовлены, одежка. Оттуда пешкодралом рванете до поселка. Там у околицы возьмете УАЗик и до трассы. Ну а дальше летите куда хотите, вольной птицей. Отправляйтесь, 5 минут даю. Быстрее. Легонько дашь мне в челюсть, вытащишь водилу, привожитесь нормально. Он не в деле, лучше до отключки. Запасные ключи под сиденьем. Чуть отъедешь, я буду стрелять. Не дергайся. Езжай спокойно. Кровь-то там принесу. Подстава! Yeah!
положительная четверо. Кривов, Суслов, Ткачук из третьего отряда. И Воронков из семерки. Водитель Маслов. Вез там следователя из Санкт-Петербурга. Капитана Маркина по делу Воронкова. Сергей Алексеевич, машина в Дрезде. Что делать? Какая к черту машина? Где беглецы? Где капитан? Бросился в погоню за беглецами. Поднимайте всех. Джорджа ко мне притащите. Косяк. Идем по одному, без суеты. Только без Б. Шевели ластами! Кукшник, тормози! Эй, держи! Хочешь, найди. Кто обещал порядок поддерживать? У меня порядок. А у вас? Ты дураком-то не прикидывайся. Ты про побег говори. Начальник, фильтруй базар. Или бунт на зоне хочешь? Не знаю я ничего про побег. Ботаник этот новенький по всему толпу сгоношил. Вот его лови и ломай. А правильную братву не затрожь. У меня все ладно. Thank you.
Ну вот, одним меньше. Сейчас сюда подъедут морпехи из соседней части. Я договорился с командиром. Значит так, разделяй людей на две группы. Одну отправь по этому берегу, другие по другой стороне. Трассу перекрыть? Да че пылить? Куда мне двинуться? Этим сумасшедшим нужно пройти более 100 километров до ближайшей трассы. А у них еще и потери. Да, кстати, не забудь отправить людей в старую воинскую часть. Оттуда дорога ведет на трассу. Я думаю, что они могли туда пойти. Ну, командуй! И чтобы завтра с утра все трое беглецов были у меня. И не обязательно живые. Лаксин. Где тебя черти носят? Появилось дело. Я вспомнил сразу о тебе. Ты ведь мечтал об оперативной работе? Так точно, товарищ капитан. Ну так вот, тебе повезло. Свежий, прекрасно сохранившийся труп на задворках аэропорта. Романтика? В смысле? В смысле? В смысле, бери, пока дают. Так, просто? Просто, Лаксин. Ничего не бывает. Смотри, не облажайся. Надеюсь, этот придурок утонул. Смотри, чтобы не воскрес. Жорж тебя сгноит. Ему не понравится, что мы парня бросили. Надоел ныть. Уходить надо, пока не нагрянули. Где там схрон? Жорж все подготовил. Шура! Замер.
Пулю хочешь получить? Ты кто такой вообще? Ты что хочешь? Я следователь. По твоему делу из Питера. Капитан Маркин. Приехал на доследование. Случайно увидел, как вы сбежали. Зови своих, кстати. Все? Долг платежом красит? Ну, ты же меня не добил. За мной иди. Свой. Документы? Хорошо. Вот тебе документы. Вот. Свои. Чего тут? Уже эти твари просто. Спасу от них нет. Какие твари? Вы о чем? Да вольё местное. Пролезает сюда, на дальнюю стоянку и ворует все, что плохо лежит. Мне из-за них даже в такую погоду обходить чаще приходится делать. Вот иду я, а он тут лежит. А мне смена, между прочим, кончилась. И домой пора уже. Тихо. Какие? Что? Слышите телефон? Да. Нам туда. Жрать хочется. На. Я на сахарке 100 верст по тундре протопал. Чё с ботаном? Плевать. Теперь каждый сам за себя. Тебе говорил, валить надо. Давай разочек, по-быстрому. Все равно же нас видели. Выходи мне, пожалуйста, не трогайте. Зашел к мне. Ты спятил? Вилы убери. Кого попер? Жорж сказал, это пуп земли. Здорово, мужики. А чего у вас так холодно в бане? Девчонку заморозьте. Один, не переживай. Это тебе переживать надо.
Ты кого на хвосте приволок? Да один я. Давайте так. Я его забираю, девчонку тоже. Обещаю никого не трогать. Может, тебе еще за это спасибо сказать? С нами пойдешь, а можешь раненого нести. Я не пойду с вами. Чего? Он умер. Слышишь меня? Этот второй убежал, но может скоро вернуться. Хочешь здесь его подождать? Эй! Немедленно покиньте место преступления. Вы полосатой ленточки не видите? А? Он вышел из аэропорта, но почему-то пошел не на парковку, где его мог ждать водитель, а сюда, на стоянку. Почему? Почему? Вы вообще кто? Подполковник Кириленко. Руководитель спецотдела Главного следственного управления СКР по городу Санкт-Петербургу. Можно, конечно, просто дамочка. А впрочем, нет, нельзя. Простите, меня не докладывали. Судя по всему, убийца и жертва летели одним рейсом. С чего вы взяли? По несожженному до конца авиабилет. Нашла в урне. Элементарно, Ватсон. Я Ваксин. Знаю. Итак, мне нужен список всех пассажиров рейса 167. Убийцу будет легче найти по его физическим данным. Это мужчина, размер одежды 48-52, рост 180-185, размер обуви 44-45. Да откуда вы знаете? Зачем еще раздевать труп? Послушайте, это мое дело. Мое. Уже нет. Позвоните начальству. Она в курсе. Алло, товарищ капитан, это Ваксин. Да? Нет. Так точно. Так, что у вас произошло? Нашли на территории неизвестно. Так. Сказал, что свой. Ну? Начал показывать документы, потом ударил по шее, больше ничего не помню. Он его одним ударом вырубил. Спец какой-то. Куда он пошел? На нем был обнаружен сбежавший Воронков. Потом появился этот. В форме. Как выглядел? Сложно сказать. Здоровый был. Да, здоровый. В форме. Толку от вас ноль. Товарищ майор. Да? У него мой пистолет. Со своим начальством разбираться будешь. 43-17. Как слышно? Мне нужен старший по смене. Кто там у вас? А меня, похоже, переводят. С зоны был совершен побег, и в деревне, в 20 километрах от нее, произошло убийство. Это зона, куда направлялся капитан Маркин. Не похоже на совпадение. Кстати, ваш капитан Маркин сейчас преследует беглецов. Мой капитан Маркин сейчас лежит перед нами. И он мертв.